Путь отдыхающим на пляж Ривьера преграждает автотранспорт. Парковка рядом, но водители предпочитают ставить машины на тротуаре. Ну, 150 рублей, конечно, дорого. Я на час, на два приезжаю спортом позаниматься. Путь к пляжу нужно освободить. Владельцу парковки, скорее всего, придется приравнять свои тарифы к общегородским. Так ты ему, получается, создали благие условия, понимаешь, чтобы он собирал деньги. Наведите порядок прямо сегодня. Пляж Ривьера – один из лучших в центральном районе. Береговая полоса здесь уникальна, не каменистая, как везде, а песчаная. Предприимчивые дельцы, по сути, отнимают места у отдыхающих. Вот такие деревянные островки, предназначенные для различных коммерческих проектов, вырастают прямо на берегу. К примеру, эта надувная горка заняла почти 100 квадратных метров, хотя аттракцион большим спросом у курортников и не пользуется. Требование главы города – максимально освободить пляжную зону для тех, кто приходит сюда просто купаться и загорать. Мы сделали торговый рынок. У нас все прокатное. Качалки прокатные, то прокатное, все прокатное. И при этом ларьки еще надо поставить. Не кажется ли вам, что это чересчур, а? По мнению главы, на пляжах должно быть меньше коммерческих, а больше бесплатных услуг. Комфортные условия работают на имидж. Будет больше отдыхающих, вырастет и прибыль. К примеру, опрятные душевые кабинки, тенты и питьевые фонтаны гости курорта уже оценили. Мария Алехина приезжает сюда отдыхать каждый год. Да, очень много в лучшую сторону. Все, начиная от самого внешнего вида, культуры. Раньше вообще было вот эти пирожки, вот какой-то такой хаос был. Сейчас уже более цивилизованно, мне кажется, очень. Мы довольны, по крайней мере, с мужем, с детьми, с внуками приезжаем. Особое внимание к безопасности. За ситуацией в круглосуточном режиме следят камеры, дежурят спасатели и наряды полиции. Многие пляжи уже оборудованы ячейками для хранения вещей. Люди довольны, говорят, что это очень хорошая идея, потому что многие приходят одни, и им страшно за свои вещи. На пляже «Маяк» комиссию ждали, спешно наводили порядок. Внимание привлекает магазин меховых шапок. Люди идут на море не за покупками, считает глава. Но главное, магазин закрывает людям доступ к морю. Вот это все, вот это незаконное, и вот то незаконное. И пляжные территории надо открыть. Ясюку, Олег Валентиновичу, было строго-настрого указано, что если он не сделает, будем наказывать. А на пляже Солнечной развернулось незаконное строительство. А судя по арматуре, застройщик собрался залить часть береговой полосы бетоном. Я уверен в том, что и правоохранительные органы, и муниципальные органы сейчас немедленно примут меры. И я потребовал, чтобы до понедельника весь этот самострой был уничтожен, и никто больше не вспоминал, что кто-то когда-то хотел там на пляжной территории, на гальке устроить стройку. Совершать обходы пляжей в центре курорта глава будет регулярно, следующую через неделю. Мэр проверит, как выполняются его распоряжения. У нас 108 пляжей, и этих 108 пляжей сейчас у нас уже оборудуются, прошли освидетельствование, водолазное обследование. Для нас это очень важно, чтобы не было травм, чтобы наши отдыхающие получили максимум удовольствия и приехали еще раз в Сочи. По прогнозам туроператоров, гостей в Сочи в этом году будет почти вдвое больше, чем в прошлом. Здравницы уже заполнены на 90%. От лета 2014-го зависит успех курорта в будущем. Поэтому важно оставить у гостей максимально благоприятное впечатление от отдыха в Сочи. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.